Друзья, всех приветствую! С вами интернет-магазин antilife.com.ua. Перед вами модель под названием Lenovo S860. Данная модель является аналогом и последователем Lenovo P780 и конкурентом таким смартфонам современным, как THL 4400 и THL 5000. Конкурентом в первую очередь за счет чего? За счет того, что здесь очень емкий аккумулятор на 4000 мАч. Вот в такой вот коробке поставляется эта модель. Значит, в комплекте есть скрепка, вот такая вот для открытия заглушек сим-карт. Есть зарядка, есть гарнитура и есть USB кабель. Больше здесь особо ничего интересного нет. Что из себя представляет этот смартфон? Во-первых, смартфон монолитный, здесь аккумулятор несъемный, крышка эта задняя не открывается. Спереди нас встречает большой 5,3-дюймовый дисплей, есть у него 3 сенсорных кнопки. Меню, домой и назад. Эти три сенсорных кнопки, они не подсвечиваются или подсвечиваются очень, да, подсвечиваются, но очень-очень слабо. Сверху у нас 2-мегапиксельная камера, датчики приближения, датчики освещения, индикатор пропущенных событий или звонков, или SMS и разговорный динамик. С этой грани у нас есть разъем под сим-карты. Открывается он вот той вот скрепочкой. Здесь 2 сим-карты, 2 микросимки. Сверху разъем под наушники, микрофон. С этой грани у нас качелька громкости вверх-вниз, кнопка включения-выключения. Снизу у нас разъем под микро-USB для зарядки и для подключения к компьютеру и две решеточки. Об этом немножко позже расскажу. Сзади у нас металлическая крышка, есть 8-мегапиксельная камера, есть вспышка. Собран смартфон идеально, ничего не люфтит, не скрипит, на перегиб он монолитен, звуков никаких лишних не издает. По сборке однозначно плюс. Набирает эта модель приблизительно 19 тысяч. Основные отличительные особенности от Lenovo P780 то, что здесь стоит MTK6582 с немного другим графическим ускорителем. Данные процессоры, данный графический ускоритель, они лучше подходят для современных игрушек, и поэтому данная модель будет более производительная и более играбельная, скажем так. Разрешение дисплея здесь такое же, разрешение матрицы 8 мегапикселей такое же, здесь гиг оперативки, здесь 16 встроенных. Частота процессора 4-ядерного этого максимальная, это 1,3 ГГц. 5,3 дюймов дисплей, 2-мегапиксельная камера. По поводу датчиков, которые есть в этой модели. Значит, здесь есть GPS, Wi-Fi, Bluetooth, компас, датчик приближения, датчик освещения, вспышка, есть гироскоп. И смартфон поддерживает OTG кабеля, то есть можно подключать флешку, мышку или клавиатуру. Мультитач. Какой здесь мультитач? Давайте смотреть. Здесь он 10-точечный. Это очень хорошо. По поводу прошивки. Прошивка здесь стояла заводская, мы ничего не трогали. Сейчас продемонстрирую вам ее версию. Так, информация о версиях. Приходят обновления к нам. Вот такая вот прошивка. Полноценный русский язык. Все то, что нам нужно на русском языке. Единственное, что некоторые программки, некоторые приложения есть на английском языке. Ну, никуда уже без этого. Так можно пользоваться русским языком, можно ставить украинский. Все этот смартфон будет поддерживать. Работает прошивка достойно. Все довольно-таки быстро, шустро перелистывается. Нареканий у меня никаких нет. Есть режим в машине, где большие иконки, кнопки для быстрого запуска всех этих дел и тому подобное. Экран здесь однозначно лучше, чем у Lenovo P780. Здесь он довольно-таки яркий, но сама цветопередача мне нравится больше. Углы обзора у этой модели значительно лучше, как по мне. Переворот изображения сейчас мы включим. Вот такие вот изображения, углы обзора.
И по диагонали тоже картинка довольно-таки хороша. Поэтому, если говорить о дисплее, то однозначно данная модель значительно лучше и презентабельнее, нежели Lenovo P780, который уже даже морально устарел. В разговорном динамике и микрофон все отлично, громко, чисто, достойно. Звучание внешнее, давайте сейчас вам я продемонстрирую. Звук довольно-таки громкий. Можно сделать вывод, что здесь все-таки один динамик. И звучание в наушниках меня тоже порадовало. Есть басы, есть хорошая громкость, поэтому нареканий тоже нет никаких. Очень мне интересно было, как справляется вот эта модель Lenovo S860 с современными игрушками. Вот давайте посмотрим вместе. Ну, то есть даже уже по асфальту восьмому можно сделать вывод, что смартфон однозначно лучше по производительности, чем Lenovo P780, потому что я запустил асфальт 8 на максимальных настройках. Да, он немножко подлагивал, наверное, пониженный FPS, но если снизить настройки, то можно вполне легко играть в эту игру. Идем дальше. Тот параметр, который называется аккумулятор. Какой он здесь и насколько он соответствует тем 4000. Я вам скажу так, что он соответствует на всю катушку 11, почти 12 тысяч баллов в Antutu тестере. И в режиме игры это 5 часов 30 минут. Это тоже довольно-таки достойный результат. Поэтому, если нужен автономный смартфон, то это достойная замена и Lenovo P780, и достойный конкурент всем новинкам от THL. Далее идем к GPS. С GPS все отлично. Быстрый старт довольно-таки был, 37 секунд первый старт. И далее он ловил спутники мгновенно. Камера — еще один вопрос, в котором однозначно Lenovo S860 переигрывает P780, ну, по всем параметрам. Во-первых, сама матрица, она намного качественнее. Lenovo P780 не имел такого зума, не имел такого качества фото. Видеозапись идет в формате Full HD. Качество очень-очень достойное. Есть различные настройки изображения, можно выбирать, можно все настраивать и делать все под себя. Вот такой вот получился Lenovo S860, и что я вам хочу сказать. Стоимость этой модели приблизительно $215. P780 сейчас подешевел и стоит, ну, на 20-25 долларов ниже. Что вы получаете, что улучшил производитель? Во-первых, производитель поменял дизайн, здесь дизайн такой еще более серьезный, смартфон увеличился в размерах, аккумулятор такой же. Здесь лучше производительность, здесь лучше процессор, здесь лучше камера, здесь две сим-карты, там тоже было две симки, там крышка снималась, но аккумулятор несъемный, здесь крышка не снимается, аккумулятор также несъемный. Здесь нет слота под microSD-карточку, но на борту своей памяти 16 гигабайт. Я считаю, этого объема вполне достаточно для нормальной работы, установить 2, 3, 4, 5 нормальных игрушек, закачать каких-то фильмов. Фильмы можно смотреть через OTG кабель, который довольно-таки хорош. Ну и, собственно, вот такая вот модель. Из конкурентов THL 4400, но там он проигрывает и по камере, проигрывает и по экрану, качеству экрана, там матрица довольно-таки слабенькая. Поэтому Lenovo S860 отличнейший вариант для тех людей, кому нужна действительно автономность и классные технические характеристики, классный внешний вид и вообще классный сам по себе смартфон. На этом буду заканчивать. Спасибо за внимание. Оставайтесь со мной, с нами, с нашим интернет-магазином. Заходите к нам, делайте покупки. Всегда и каждому будем рады. Всего доброго!